Мы на месте. Мы приветствуем Тимура, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, мы готовы, доверит. Отлично. И я даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Тимура, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Тимура, находит все. У него арахноид, синий дракон, суккуб и джин. Считай цифру джина над головой. 26-13. Сколько джин находился в биополе Тимура? 4 месяца. Он 4 месяца всего. Посмотрим, что ты успел сделать. Сколько находился суккуб в биополе? 8 месяцев. Синий дракон. Считай цифры над головой. 36-11. 36-11. Вот это, скорее всего, и будет та причина торможения всех дел, которые пытался предпринять Тимур. У меня есть подозрение, что дракон очень сильно блокировал его начинание. Сколько ты находился, синий дракон, в этом биополе? 3 года. Твоя работа торможения всех его проектов? Моя. А зачем ты это делал, синий дракон? Это наши общие проекты, и я не уверен, что мы готовы двигаться дальше. Ты сказал «наши». Это значит, у тебя есть какой-то контракт с ним? Он показывает, как он в нем увлечен очень чем-то. Дракон, мне кажется, ты потерял реальность. Ты реально просто потерял реальность. И мне кажется, мне стоит тебя вернуть назад в твое истинное состояние и сказать тебе, что ты дракон, а не человек, и ты не имеешь права этого делать, то, что ты делаешь. У него плата в доме, он показывает. И плату у тебя еще в доме. Понятно, дом мы сегодня будем чистить. Ты наверняка уже об этом знаешь. Еще кто присутствует из присутствующих в доме? Арахноид, джин. Арахноид и джин. Хорошо, джин. Поскольку ты 4 месяца сидел и виновника того, кого я искал, я нашел. У меня к тебе пока вопросов нет. Мы переходим к реверсу энергии. Вы знаете, где вы находитесь. В процессе реверса я буду вам задавать вопросы. Отвечайте на эти вопросы, кооперируйте. Я вам рекомендую. Я даю команду тонкой копии Тимура спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродного по отношению к Тимуру. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И силам его намерения я отключаю все платы дракона, которые находятся в биополе Тимура 1, 2, 3. И эти платы полностью до последнего чипа и датчика выходит безболезненно из всех 7 тонких тел Тимура и отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, выстраивай канал к этим платам 1, 2, 3 и реверсом. А Тимур отдает все негативные и патогенные низковибрационные энергии, которые он получил от этих плат за все время. 1, 2, 3. Пошел мощный поток назад, что идет в платы. Ты знаешь, возвращается как какая-то энергетическая сетка туда, которая удерживала его. Энергетическую сетку ты еще накинул, паразит. Нет, дракон, ты ничего не понял и не поймешь. Я больше чем уверен. Достаю печать дракона 1, 2, 3 и включаю на полную мощность. Да будет так, а так и есть. Эта печать, она его как током бьет до мозга костей, напоминая ему правила предков. Он забыл правила предков. Мы ему напоминаем. Он воет. Это еще ничего? Просит остановить. Это уже что-то. Выключаю печать дракона. Ты мне еще хочешь рассказать о совместных проектах, дракон? Или ты понял, где твое место, а где место Тимура? Он скулит. Будем потом разговаривать с Тимуром, как он посчитает нужным поступить с этим драконом, который забрал у него 3 года жизни, все его начинания уничтожил и активно вмешивался в его развитие, воруя его энергии. Начинание есть, продолжение нет. Начинание есть, но продолжения нет. И вот это как раз, это причина. Тимур, вы видите эту ситуацию? Да, он все видит.
Все понимаете, да? Хорошо. Вот ответственность. Реверс закончился. Мы отдавали весь негатив, да, Вера? Да. Устанавливали фильтры на золотые сеточки на все каналы. И в порядке реверса Тимур забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него взяли, до последней капли возвращает Тимур себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Ну-ка, это золотая энергия идет из плата. Золотая энергия. А ну-ка, расскажи ко мне, Дракоша. Это его родная энергия, он сам знает об этом. Он знает, а ты воровал его родные энергии, правильно? Да. Понимаешь, что он может в состоянии, если он осознанная душа, этой энергией тебе сделать клейму, поставить тебе его за все твои мучения, и тебе придется до конца своих дней скрываться от его цивилизации. Он понимает, но это изюминка во всех энергиях. А родные энергии — это как ядро, самое вкусное. С ума сойти. Хорошо. Ревер закончился. Хорошо, ревер закончился. Начинаем тогда с джина. Джин, вытаскивай, тебе выходить не надо, всю свою пыль собирай, все, что установил, вытягивай назад полностью. Приступай. Докладывай мне готовности к проверке. Проверять я буду несколько миллионов герц. Если что-то вдруг кто-то оставит, пожалеет. Он забрал свою пыль. Угу. И он у него с руки как кольцо снял. А что это за кольцо? Давай с этого момента, Джин, поподробнее мне рассказывай. Дергал он его через это кольцо. И что происходило после того, как ты дернул? Работать надо. Да, это все джинны говорят. Ты мне конкретно говоришь, что ты вот дернул за кольцо. Какая его реакция? Он даже не дергает. Кольцо само по себе имеет силу. Он постоянный дракон, а он компьютер показывает. То есть он работает на компьютере, наверное. Джин, итак, я слушаю тебя. Какое действие этого кольца? Если ты не хочешь, чтобы я все твои золотые монеты забрал. Приносить доход. Работать надо. Приносить доход — это значит... улучшать условия жизни для меня. Понятно. И какую цену он за это платит? Утомляется немножко. Немножко. Хорошо. Ну смотри, Джин, чтобы ты не утомился сегодня немножко. Я посмотрю, что там еще в доме. Хорошо, он все забрал. Суккуб, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Отключайся полностью. И возвращайся назад. А суккуб, он как мурлыкает на сердце у него. Спит. Ну, он должен был ощущать тяжесть на сердце, но в груди от него. Что он ощущал, суккуб, от тебя, от твоего присутствия? Мурлыкающий суккуб. Она скрашивала одиночество. Да, безусловно. Все сняла. Хорошо, синий дракон, еще что-нибудь осталось на твоей чистоте, посмотри. Нет, не осталось. Арахноид, выходи, собирай свою паутину. Иголки, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе, приступай. Голова, плечи. И плюс сидение перед компьютером, оно отлично все сочетается. Головные боли, арахноид, мигрень, давление. Нет, там сетка. И как она действовала, эта на сетка? На голове, из паутины. Хорошо, как она действовала, эта сетка, арахноид? Путались мысли у него. Мысли путались, хорошо. Перескакивали, путались. Хорошо. Концентрации не было, все снял. Теперь знаем и причину и этого. Включая внутренний белосвет Тимуру 1, 2, 3. Этим светом Тимур выдавливает из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет. Свет выдавливает эти энергии, они формируются перед Тимуром в шар. Вышел небольшой шар. Открывается под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Даю команду на счет 3. Тимур сделает импульс высокого вибрационного шока удара и отстегнет от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал. Готово. Открывается портал в галактическое ядро и канал уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Мы закончили проверку и чистку. В смысле, проверку закончили. Сейчас буду отпускать арахноида и джина в квартиру. Дракона. И синего дракона, да, их троих. И после этого я приду сам. Вы за это время соберете все, что вы оставили в этом доме. Время не теряйте. Я проверю, открою вам портал, уйдете на свою чистоту. Все понятно? Да.
Открывается два портала в квартиру Тимура. 1, 2, 3. Один космический, арахнует, вместе с синим драконом уходит в него. Во второй канал уходит джин. Закрывай, печатаю, растворяй оба канала. Готово. Хорошо, у нас остался суккуб. Суккуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб уходит на свою частоту. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Стоп. Хочу сказать, когда уходил суккуб, просто эта информация крутится, она меня отвлекает. Когда суккуб уходил, он показал девушку, то есть идеал девушки, которую он сформировал в нем. Это высокая, худенькая, с пшеничными такими волосами девушка. Вот он грелся у него в таком виде на сердце. Мы передадим эту информацию обязательно Тимуру. Это ловушка, именно этот образ, который сделан. Вполне возможно, что вы по-новому можете притянуть этого суккуба. Поэтому подумайте, что можно сделать. Хорошо, Тимур, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую, наслаждаюсь энергиями, когда они сгармонизированы. У меня есть уверенность и баланс. Все верно. Я очень прошу пользоваться закачкой энергии, поднятия вибрации и гармонизации Тимура. Это его тонкая копия говорит? Да. Отлично, какая осознанная тонкая копия. Замечательно. Значит, мы тогда сделали все, что могли. Будем возвращать часть Тимура назад, и после этого сразу перейдем к чистке его дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Тимура в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошел процесс. Готово. И отключайся от Тимура, квартиру ты его видела. И на счет три ты стоишь перед входной дверью. 1, 2, 3. Ты перед дверью. Да, я здесь. Входи в квартиру. И я даю команду на счет три. Клетка остановилась в зале. Хорошо. Кто у нас там? Посмотри, пожалуйста. Спрут. Арахноид. Синий дракон. Джин. Бес. Да, две воронки. Две воронки. Еще кто? Все. Странно, это те, которые сидели практически. Понятно, хорошо. Начнем тогда. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Воронки уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Спрут все собрал? Он все собрал, и он показывает ванной портал на потолке. Хорошо, благодарю за информацию. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо, джин, как с тобой? Все собрал? Показывает, как он собирал, как руками с разных сторон притягивал его пыльцу. Молодец, хорошо, благодарю. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина. 1, 2, 3. И джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Он говорит, выгнали бедного джина, вздыхает. Да ладно, найдешь себе нового. Только сюда не приходи, если не хочешь со мной встретиться. Не хочет. Хорошо, значит, запомни. Готов. Это. Отлично, закрывая, печатая, растворяя. Синий дракон, ты все понял? Да, он плату снял с потолков. Хорошо, я хочу получить это еще слово синего дракона, что ты больше никогда в этот биополе, в этот дом не зайдешь. К этим людям, которые здесь живут. Он дает слово синего дракона, и он показывает Тимура. Угу. Тимур намного сильнее его. Хорошо, но когда Тимур... Когда он знает, кто он. Когда он знает, кто он. Этому надо еще... Так дойти, сказать, до дойти до этого. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, арахноид, ты все собрал? Да, он собрал. Где у арахноида балкон. Там, кстати, тоже портал. Хорошо. Это мы с бесом все эти вопросы будем закрывать. Нам бес все эти порталы покажет. Хорошо. Арахноид готов уходить? Шкафы какие-то он еще показывает. Снял все, да, готов.
Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, у нас бес остался. Бес, ты свое все собрал? Ну, собрал. Нельзя же оставить. Ну, если ты не хочешь, чтобы оно сгорело. Все собрал. Хорошо, давай тогда пошли по квартире, показывай мне все порталы. Я их все буду закрывать. После этого соберу тебе весь негатив и отпущу на твою чистоту. Пошли. Ну, начинает с ванны. Где там? Потолок. Потолок. И под потолком внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала засасывает, все наночастицы засасывает, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, пошли дальше. Балкон. Один из балконов. Потолок тоже. Под балконом внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Пошли дальше. Готово. Значит, здесь комната, телевизор на стене, вот нижняя часть стены, где телевизор. Угу. Там портал. Под телевизором внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Окно показывает спальню. Окно в спальне. Под окном спальни открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Порталов нет больше. Хорошо, 4 портала закрыты. Возвращаемся все к клетке. Клетка пустая у нас, да? Да. Отлично. Я даю команду на счет эмоциональными энергиями чувств. Ну, шары огромные. Огромные. Чувства, они... Если ты говоришь... Живые, они балансируют. Если ты говоришь огромные, так это ты видела много шаров. Понятно, он, хорошо. Сколько, целая комната он. Ничего себе. Высотой. Давай под космическим открывая портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И космический уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Без. Ну что, дотащишь? Да давай уже, не томи. Отправляю бесу, как и обещал. Он говорит, что все не вместится в него. И он это забирает так. Ну, ты видишь, хорошо. Так ты сегодня там еще вечеринку у себя устроишь, да? Нет, он не отдаст никому, открывай. Ладно, хорошо, все, давай, сюда больше не приходи, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, клетка пустая? Пустая. Открывая под ней портал в галактическое ядро, клетка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Отлично, мы закончили. Ничего не забыли? Нет. Отлично, переносимся к входной двери. Угу. Отключаемся от квартиры и поднимаемся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Я на месте.